Экс-начальник Государственного бюро расследований Роман Труба решил обжаловать указ президента Владимира Зеленского об увольнении в Верховном суде Украины. Об этом Труба заявил в своем телеграм-канале. Бывший глава ГБР хочет добиться признаний противоправного указа Зеленского с досрочным прекращением полномочий. Труба заявил, что снятие его с поста было политическим решением. Теперь же он хочет, чтобы его увольнение получило правовую оценку. В настоящее время ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политического, но и правовую оценку, сообщил Труба.